И приветствую всех вас, дорогие мои зрители, у микрофона Ромляри, и в данном видео хотелось бы начать новую серию, посвященную FIFA 13 и режиму Ultimate Team, в котором я буду развивать российских игроков или игроков российской премьер-лиги на пути к первому дивизиону в режиме Ultimate Team. Вместе с вами надеюсь пройти весь этот путь. Если все нормально получится, то в итоге мы доберемся вместе до первого дивизиона. Давайте же узнаем, кто мой сегодняшний соперник. Ну тут определенно гораздо больше шансов, чем мне обычно выпадает, так что надеюсь, в этот раз удастся победить. Ну что ж, поехали. Думаю, самое время отыгрываться. Слушай сюда. Твои ожидания, твои проблемы. Holy shit! Пока он выигрывает, но я сделал столько ударов, и по ударам в створ я выигрываю. Как такое может быть? Определенно невезуха. Надеюсь, во втором тайме куда больше повезет. Пожалуй, теперь можно и второй забивать и наконец уже выигрывать.
Нет, да, все-таки ничья, хотя я раз несколько был лучше него. Ну, ладно, лучший игрок Игна Шевич, которого я сделал капитаном. В итоге первая игра ничья, которую я записал, и всего у меня получается всего 4 очка, то есть одну игру я до этого выиграл. Ну ладно, что ж, надеюсь, что в следующий раз повезет больше. Вам спасибо за внимание. Пишите комментарии, насколько вам понравилось данное видео и стоит ли продолжать. Всего вам хорошего. С вами был Ром Лири. До новых встреч.